еще одна задача сложная. Найдешь, а вдруг она ложная, ложная. Найдешь обманную, но в суматохе дней нелегко, нелегко полюбить на ней. Для тех, кто собрался в парке Щорса, любовь оказалась самой настоящей. Ведь прожить в согласии больше полувека – задача непростая. Но в глазах пожилых супругов до сих пор светятся теплые чувства к своим вторым половинкам. Когда женишься, это хорошо, но надо все это пронести через всю жизнь. Вы знаете, ну в жизни всем бывает тяжело. Это работа, это воспитание детей, это забота о доме, о близких. Вот. Это всем бывает тяжело, но... Если вот есть взаимопонимание, есть эта же самая любовь, самое главное, то это все нам под силу. Галина и Андрей Дери прожили в браке 65 лет. Вырастили двоих детей, теперь уже заботятся о правнуках. В День семьи, любви и верности они и еще 11 пар принимали поздравления. Это пары, которые отличились тем, что принимают активное участие во всех мероприятиях, которые проходят у нас в районе. Они потрясающие люди. Есть артисты хора. Есть у нас активисты, есть просто замечательные люди. Хочется всем пожелать от души в этот день, чтобы в семье у всех царил мир и любовь. Каждую пару наградили почетной грамотой, вручили подарки, затем сделали общее фото на память. Завершила вечер концертная программа. Светлана Тимофеева, Василий Колдашов. События.